серия называется «Мастерская». Окей. Вот поднявшись по узкой высокой лестнице на второй этаж. Окей. Так, мы входим в мир искусства и красоты. Так, это не твои картины здесь. Это не мои, можно не снимать. Вот это твое, можно вот снимать. А, вот это все мое. Вот это твое. Это все старое, немножко новое, это не закончено. Вот это. Это не закончено. Это вот готовое к выставке. Мы готовимся. Хорошо. Да. Хорошо, да. Готовитесь. Походите, у нас тут бардак. С гордостью Руслан сказал, вот это вот чья картина вот здесь. Вот это вот не знаю, чья картина такая сидит. Неизвестного художника. Да, сама себя трогает. Трогает повсюду. Да, несет радость всему мужскому населению. Хорошо. Так, хорошо, заходите. Вот, у вас тут мужского населения количество какое? У нас мужского населения раз и обчелся. А второй у вас тут же партнер же. Ну ничего, он редко бывал, он практически не бывает, поэтому это все мое. Значит, Руслан его умолчать. Умолчал, да. Хотел умолчать. А это так, это постер, это мой постер. Заходи этот сам. Сейчас я сниму свой грязный башмак и покажу постер. Так, это постер, когда-то я делал выставку, когда я занимался фигурами. Ты вот... Именно в этот момент Руслан занялся моей фигурой. Конкретно попкой. Так, продолжаем дальше. Так, вот здесь у нас последние картины. Так, вот мы двигаемся к абстракции. Используя немножко. Ой. Снимаешь? Я снимаю ковер. Так, ковер молдавский, производство Плари. Старый, но немножко надо его расправить. Так. Вот мы и последняя серия, посвященная переосмыслению наследия пуантализма, а также двигаемся в сторону абстракции. Но так как пуантелисты, у них были маленькие точечки. А у нас мы точно, так как мы пуантелисты, их ставим пуантелисты, потому это у нас... Значит, чем больше точечки, тем красивее, тем лучше. Так, хорошо. Идем дальше. Так, это у нас серия. Это мы пытаемся старое, вот это у нас одна, вот у нас... Легким движением руки, пожалуйста. Картины превращаются в другие картины. Спасибо. Да, пожалуйста. Очень хорошо. Да, хорошо. Вот. Вот у тебя там много разных вот картин. Вот много разных картин, мы вам, только я вам их не покажу, потому что их снимаю, потом обратно остановись. Так. А вот у нас художественный туалет, где висят картины разных времен и народов. Так, значит, в туалете у нас тут висит, значит, вот та вот... Сончева. Сончева. Да, одна моя старая, мои старые работы, а также была одна голая Беженару, которую она потом сняла, вот от нее пустое место. Вот здесь висела голая Беженару. Вот теперь она где у нас стоит. Теперь она вот там вот стоит. Мы ее потом повесим обратно на ее место почетное. Хорошо. Да, красота. А вот это вот у тебя была работа на выставке, маленькая реплика большой работы, правильно? Нет, это была просто серия акварелей, а, но серия акварелей. Большие у меня так и не получились. Они продались? Почему? Да, потому что у меня было пять акварелей, 3 продались, а 2 остались. А, это хорошо. За так сколько акварелей пошли? Вот, пошли вот. Акварели хорошо? Пошли акварели хорошо. Так, ну хорошо. Ну вот, в принципе, и все. До новых встреч. Снимать телеспектатор. Ну давай, поцелуй. Друг он.